Что ты собираешься делать с фотографиями? Как всегда. Когда придет время, я воспользуюсь ими, чтобы отомстить. Она поверила тебе? Поверила. Потому что ты ей рассказал правду. Это лучший способ кого-либо обмануть. Он пришел. Он поверил тебе? Я говорил тебе, что ты усвоил этот урок и стал учителем. Теперь ты искушен в таких делах, что даже я удивляюсь. Это ты играешь с Али в кошки-мышки? Я просто изменил развязку. Я хотел, чтобы он почувствовал то, что чувствовал Омер. Я хотел, чтобы он доверял Тефо. Я хотел, чтобы Али доверял ему так, как в свое время Омер доверял Али. Я хотел, чтобы он почувствовал, что может убежать. Я хотел, чтобы он поверил, что он может начать новую жизнь. Я не хотел убивать его в том смысле, как ты подумал. Я хотел убить его, когда он поймет. Но ты нашел лучший способ. Я вспомнил этого мерзавца. Я видел его. Он был в гараже. Потом на суде. А теперь он появился снова. Я думаю, что они задумали провернуть со мной то же, что с Омером. И ты позволишь им это сделать? Конечно, дядя. Но я хочу знать о каждом их шаге. Вот когда Али нужен на сцене. Наконец-то ты нашел способ направить пулю в другую сторону. Скажи мне правду. Это Омер пожалел Али? Или все-таки Эзель нашел новый способ? Почему ты позвонил мне в последний момент и попросил не убивать его? Думаю, и то, и другое, дядя. Но если бы мы убили Али, у нас не было бы человека внутри. Если они вздумали в игры играть, то и мы не останемся в стороне, благодаря тебе. Я был всего-навсего посланником. Я позвонил Тефику и сказал «не убивай», вместо «убей». Значит, ты хочешь сделать Али информатором. Если ты фиг не забыл, почему он предал его посреди игры, то Али будет нашим информатором, не зная этого. Ты знаешь, кого ты предал и почему? Ты знаешь о неизбежном, да, дядя? Однажды мы все предадим кого-либо. Каждый из нас. О, Всевышний, умоляю, спаси Камиля. Если он поправится, я не буду задавать ему глупых вопросов. Я обещаю, что всегда буду рядом с ним. Не забирай его у нас, прошу тебя. Пусть Камиль поправится. Я буду делать так, как нужно, без лишних вопросов. Я не буду тратить деньги. Я ни о ком не буду говорить плохо. Шебнем. Камиль! Помолчи. Шебнем. Прошу тебя. Камиль, ты жив? Ты вернулся, ты жив. Я обещаю, я не буду огорчать тебя. О, Всевышний, благодарю тебя. Обещаю, буду делать все, что ты захочешь. Шебнем. Говори, я слушаю тебя. Все в порядке. Что-нибудь случилось? Может, кто-нибудь умер? Какой же сложный сегодня был день, Камиль. Нет, никто не умер.